Всем привет, друзья! С вами Константин Кириленко, вы на канале Твой Бас. И сегодня мы разберем очень клевую басовую партию из песни, которая является заглавным в кинофильме «Служебный роман». Покоя нет, весь день я жду кого-то. Без сна встречаю я рассвет, и все из-за кого-то. Со мною нет кого-то, ах, где найти кого-то? Могу весь мир я обойти, чтобы найти кого-то, чтобы найти. Честно сказать, от себя скажу пару слов, что когда первый раз я услышал эту песню, конечно, это было в детстве, и я тогда даже особо не понимал, что такое бас-гитара, но вот этот вот характерный щелкающий звук, я даже не понимал, что это за инструмент, но он очень сильно врезался в моей памяти, наверняка как и у вас, то есть очень характерная такая партия, очень характерный звук, такой необычный. Играется данная партия медиатором, снова нам здесь нужен медиатор, такой вот щелкающий звук именно получается с помощью медиатора. И этот звук, он такой, как бы, немножко без сустейна. Кстати, о том, как играть медиатором, у меня есть видео, если вы его не видели, обязательно его посмотрите. Ну, а мы приступаем к разбору. По сути, здесь всего две части. Это, как бы, куплетная часть и вот этот вот проигрыш, он же вступление. По сути, все самое интересное происходит как раз-таки вот в этом проигрыше. В куплете там бас играет только картошки, но мы это тоже разберем. Но давайте начнем со вступления. Здесь начинается, как бы, два такта играется на ми, вот такой вот ход. И потом пошла как бы основная тема. Кстати, ноты вы сейчас видите на ваших экранах, но также ноты вы можете скачать по ссылочке в описании. Там будет ссылка на мой сайт Boosty. Советую вам на него подписаться и заранее спасибо за поддержку моего канала. Там же, кстати, будет и минусовка, под которую вы можете это поиграть. Дальше играется вот так. Вот этот вот ход. Ми, ре, си, ми. Еще раз медленно. Дальше. Ля, соль, ми. Опять-таки, аппликатура. Вопрос индивидуальный, но я играю вот в этой позиции. Можно играть здесь с использованием открытых струн. Это, мне кажется, не очень принципиально. Главное, чтобы получалось сыграть то, что нужно. Разбираем еще раз этот такт. Нота ля на седьмом ладу второй струны, дальше соль, ми. И дальше такой вот ход. Вот этот вот характерный. Ля, ми, ля на октаву выше. И дальше си, ля, фа диез, си на октаву ниже. Здесь вот нужно суметь переключить позицию. Можно так сыграть. То есть я перемещаю позицию. Пока звучит вот эта нота, я уже ставлю указательный палец на седьмой лад второй струны и тем самым меняю позицию. Еще раз медленно весь этот кусок. Здесь очень важно, вот так как мы играем медиатором, глушить ненужные струны, то есть которые не звучат. Здесь это делается левой рукой, это не очень привычно, но тем не менее нужно постараться это освоить. Разбираем дальше. То же самое. Ми, си. И дальше. Фа диез, нотка здесь появляется. И ритм такой. Вот, как играть? Все вниз или вниз-вверх? Ну, мне не принципиально. Я могу и так играть, и только вниз, либо вниз-вверх. Зависит от темпа. В данном случае темп, ну, такой средний. Поэтому как получается, так и играть. И не сильно заморачивайтесь на этот счет. Вот, собственно, друзья, и вся вот эта вот вступительная часть. Сейчас я ее сыграю медленно с метрономом. Thank you.
И дальше пошла куплетная часть, она немножечко попроще, здесь нот не так много, бас в основном играет длинные ноты, либо половинки, ну давайте ее тоже разберем. Здесь начинается с ноты ми, это седьмой лад третьей струны. Дальше ля, целая нота. Ноты опять-таки вы видите на ваших экранах с табулатурой. Так что не сильно буду заострять внимание на том, где какой лад. Вы, я думаю, все это видите и так. Фа диез, си. Потом опять ми. Потом ми. Опять ля. Потом ре. Длинные все. Соль. И потом пошел такой нисходящий ход. Фа диез, ми. Ля. Фа диез, ре. Ре, ре. Соль, соль, ми, ля. И здесь интересная штука, появляется двухчетвертной такт. То есть там как бы такой небольшой довесочек, не совсем квадратный, не четырехчетвертной. И дальше интересный такой нисходящий ход. Соль диез, соль, фа диез, и ре диез, и ми. Ре, до диез, до. Такой нисходящий тоже ход. И дальше вот этот вот наш ход из вступления. Там ля. Ля, 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 ля. Как во вступлении, да? Помните, был такой же ход. Давайте я сейчас тоже медленно сыграю эту часть. Я надеюсь, она не очень сложная, будет вам понятно. Вот, собственно, друзья, и вся партия. Там он, конечно же, немножечко варьирует разные куплеты, разные вот эти вот вставки мелодические. Чуть-чуть там буквально есть какие-то вариации, но они минимальны. Я думаю, что вот эта вот основная канва вам будет понятна. Не забывайте, друзья, переходить по ссылочке, скачивайте ноту, а также минусовку. И, конечно, пишите в комментариях, как вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем пока!